Ну что, будем спасать мои помидоры? Я решила их опрыскать каким-нибудь неким раствором. Короче, вот биококтейль добавлю. Добавлю Ростобион. Ну, наверное, тоже 3 чайных ложки добавлю. Может, много будет, не знаю. И добавлю Эгби. Эгби добавлю 20 капель. Это Эгби 3. Все это, короче, в опрыскиватель заливаю. По-моему, 20. Все это заливаю в опрыскиватель. Сейчас пойду опрыскаю все. Все помидоры. И так. И потом полью тоже, потому что она уже там подсохла немножко, конечно. Вот, полью. Настроение у меня, конечно, паршивое. Но сама виновата. Надо было укрывать еще дополнительно под угом, вот как я сейчас укрыла. Надо было изначально так делать, но просто я как-то не ученая в этом плане.